Доктор философии, дипломированный психо- и гипнотерапевт Майкл Ньютон стал известен всему миру благодаря созданной им технике возрастной регрессии. С помощью этой методики он помогал пациентам войти в состояние, при котором люди вспоминали свои прошлые жизни. Исследования Майкла Ньютона легли в основу трех его книг: «Предназначение души», «Жизнь между жизнями» и «Путешествие души». Именно о ней нам расскажет детский и семейный фотограф Анна Лебедева. Вот эта книга, которая у меня в руках, «Путешествие души» Майкла Ньютона, это не художественная литература, это результат десятилетних исследований калифорнийского гипнотерапевта, доктора философии. Сам он всегда был атеистом и большим скептиком. Его друг детства священник, ныне священник, как-то даже сказал ему, что нужно иметь большое мужество, чтобы быть атеистом и чтобы верить в то, что там ничего нет. Всю свою деятельность он посвящал проблемам психоэмоционального расстройства людей. С помощью возрастной регрессии он возвращал людей в детство, чтобы понять причины воспоминаний или травм детства. И однажды к нему пришел пациент, молодой человек, которого очень мучила боль в правом боку. Когда он стал вводить его в состояние гипноза и попытался найти источник боли, молодой человек вдруг стал рассказывать о том, что он был солдатом Первой мировой войны и был проколот штыком во Франции. Это открытие очень поразило самого Ньютона, потому что он скептик, он же не верит во все это. Поэтому в дальнейшем он стал исследовать все больше и больше, стал приглашать к себе больше пациентов и пытаться... Он стал пополнять свою картотеку новыми исследованиями. В этой книге представлено 29 отчетов. Это диалоги с пациентами, которые он переложил на бумагу с магнитофонной ленты. Эзотерических книг на тему души написано очень много на самом деле. Но эта книга, она первая, которая раскрывает завесу того, что находится между жизнями. У каждого человека своя картина мира. И когда в эту картину мира что-то появляется, то, что мы не можем объяснить, то, что мы, может, не понимаем, нам легче всего авторитетно заявить, что, ну, значит, этого просто не может быть. Но на самом деле, если мы попробуем мыслить немножко шире, смотреть на вот эти проблемы и допустить хотя бы мысль о том, что действительно может быть оно и правда, то... Это, мне кажется, поможет вообще в жизни решить разные проблемы. Это книга для людей, которые готовы к осознанию, осознанно подойти к вопросам души, потому что сейчас очень много тренингов или там, рекламы, там, здоровое тело, занимайся телом, там, прокачивай себя. Но мало книг, которые бы заставляли прокачивать душу. Вот, поэтому книжка, мне кажется, поможет тем, кто находится в сложной жизненной ситуации, а для тех, кто, возможно, недавно потерял близкого человека, потому что книжка дает какую-то надежду. Сегодня мне еще приснился интересный сон, хочу поделиться. Приснилась старенькая-старенькая бабушка. У этой бабушки почему-то были очень мокрые варежки, очень мокрые, но она была такая довольно счастливая, она улыбалась и сияла. Я спросила бабушку: «Бабушка, ну у вас же такие мокрые варежки, вам же, наверное, так некомфортно, вы улыбаетесь». Она говорит: «Они у меня настолько мокрые, что остальное вот просто ерунда. Вот если в вашей жизни мокрые варежки – это самая глобальная проблема, ну, значит, вы просто счастливый человек». От многих своих пациентов я слышал об отражении света духовной личности в глазах близкого им человека, родственной души. Что касается меня, то я помню, как испытал подобное мгновенное узнавание только раз в своей жизни, когда я впервые увидел мою будущую жену. Поразительное и одновременно пугающее ощущение. Доктор, то есть вы говорите, что иногда, когда два человека на земле смотрят друг на друга, и может показаться, что они знали друг друга раньше? Субъект. Да, это то, что называется дежавю, словно это уже было когда-то. Майкл Ньютон, «Путешествие души», рекомендую.